Что касается фоток, просто со мной жила девчонка одна. Ну, а мне когда дали 15 лет, я ей сказал, ну, откровенно, хули меня ждать. Ну, она потом вышла замуж, уехала. Ну, только сейчас мне присылают понемногу фотки. Вот моя фотография, я был у Фареда на кладбище. Он был на могиле. Там он рядом с тетей Мадиной, со своей матерью похоронен. А это Коля Бондарь посередине. Он у меня на день рождения. Рядом Коныгин Валерка. Вот. Это мы в Сандунах с пацанами отдыхаем в Москве, в Сандуновских банях. Вот Коныгин со мной, Валерка. Вот. Коля Бондарь, Коныгин со мной. Вот. Это я был в Кемерово, в Прокопьевске, в Кузбассе. Был-то, только освободился. Оттуда фотку присылал. Это тоже в Сандуновских банях, в Сандунах, в Москве. Тоже в Сандунах. Это я на своей тачке перед самой посадкой. Ланд-крузер на питерских номерах угнанный был. Короче, когда меня вязали, все конфисковали, доход государств. Все. Ну, все машины были пижены. Мы на своих не ездили. И я учился в Москве ездить на БМВ семерке. На 730-й БМВ по Москве учился. Ну, так, лишь бы как, потом купил права. Ну, там платишь и чистишься в школе, там все учатся, а ты просто чистишься. Вот такая хуйня. Были такие увязки. Это я тоже дома фотографировался. Короче. А это ко мне приезжали пацаны Казани. Короче, Фара, он в белой майке сидит. Фара, он на пожизненном был. Ну, сейчас вроде бы заменили ему, но давали пожизненное, я знаю. Они ко мне приезжали сюда тут. Вот тоже казанские ко мне приезжали. Я тут с ними гулял. Это у меня в гостях Зиберман и Клочок Витебский. Короче, вот Слава Комиссар у меня на день рождения. Был такой Слава Комиссар Минский. Ну как, Щавлик его ставил смотрящим за Беларусь. Они у меня на день рождения. Вот тоже они у меня на день рождения.
комиссар. Ну, тут все пацаны гуляют. Вот Казанский у меня в гостях. Квартальский, короче. Там тоже по району все. Квартальский район, кварталы там. А вот у Наума на кладбище тут пацаны. Витебские. Еще нашли фото Валерки выкидного. Он очень дружил, и Димка его хорошо знал. Мы были у него на могиле. Его зарезали. Короче, беспределчики мусорские. Ну, короче, Валерка такой человек. Он со мной работал, много дел, всегда помогал, со мной был, часто был у меня, короче. Я снимал хату, и мы общались, и были, ездили везде, по области, все объездили, все пограничные переходы, все с ним знали, везде ездили. Он был охуительный пацан. Были мы в очень близких отношениях. Вот. Не дождался он этих времен. В могиле лежит. Его зуб такой зарезал. Ну и я не знаю, он там отсидел 9 лет, давали, и по досрочке вышел, короче, за убийство. Хуеплет, я его сейчас не вижу, может, свалит куда. Я и раньше с ними, козлами, не общался. Они все там в 6-м отделе отчитывались. Там всегда приедешь, очередь стоит, хуеплетов этих. А выкидной был дружок, мы с ним очень дружили.